30 так. лет, в этом году 30 лет участку. Земля приватизирована, все. Жили мы тут, дневали, ночевали. Это... Тут нас пятеро соседей было, мы дружно жили. Металлического не было, они вот искали металлический погреб. Вот они везде рыли ямы копатели. Да сняли-то они двери. Мне стенку жалко, домик жалко, вот что. Вещи тут у нас вон. Жали. Все сажали. Ну, в этом году хотели картошку, ну, как обычно. Овощи, яблони, груши, сливы у нас, все тут есть. Так-то ухоженный был. Жалко, я говорю, мне некуда теперь, куда я должна вот теперь, где я должна выращивать? Зачем вот этот беспредел? Ломать это все, изуродовать это все.